Мы зашли внутрь магазина. Во Франции ходовая валюта – это евро, так же, как в Германии. Вот такой магазинчик. Есть в нем все, как для животных, так и для дома. Вот в таких коробочках часто, вот 2 евро написано, часто выставляют всякие скидки, всякую всячину закидывают туда, и каждый продукт стоит 2 евро. Фастфуд. Для туалета, для стирки. Салфетки, туалетная бумага. Можно купить вот такие вот чашечки, ковшечки. Всякую мелочь. Даже вот такие какие-то крышечки есть. Кабеля. Ну, можно купить всякую мелочь. Приятненько, когда делают. Вот такие вот есть штучки по 1 евро. Это салонки. Не густо. Уже народ пробежался. И уже отобрали все, что было хорошее. Так, мы идем дальше. Мы приехали вообще за водичкой и за сметанкой. Здесь мы берем сметану, здесь очень вкусная. Так, всякие сорта сыра. И пахнущие, и не пахнущие. Здесь вот такой вот сыр. Вот. Он такой черненький. С плесенью. Немецкие сыры, французские. Колбасы, сыры, сушеные, копченые. Так, магазинчик. Вот. А ты себя хорошо сегодня вел? Да. Тогда скажи всем привет. Привет. Громко скажи. Всем привет. Ну, заслужил.